Ну вместе с папой, пойдем. Ну пойдем. Ну пойдем. Ладно, все, все, пойдем. Смотри, Максим. Есть, да? Ты хотел такое? Короче, друзья, всем привет. Всем добрый день. Вы на канале у Чернова. Короче, у нас сегодня у Максимки день рождения. У нас идет полным ходом готовка. Настюша сейчас делает мясной салат. Я камеру устанавливаю. Я сейчас буду делать кофеек. Да, мы сейчас, как всегда, не успеваем. Сегодня нет, у нас. Это такая. Кстати, у нас еще 4 часа. Нормально. Я сейчас папе. Тихо. Я сейчас папе кусок. Я папа. Он очень рад. Кстати, мы ему подарили подарок, который он просил. Да. Он говорит, подарите мне машину на пульте управления. Мы такие, какую? Он такой, гелик, он знает. Поэтому нашли гелик, подарили гелик. Именно вот, ну, как он хотел. А шарики тоже вы видели? Тоже в тематике Бэтмен. Он обожает это. Супермен, Бэтмен, это вся его тема. И тортик будет тоже такой. И он его тоже просил. Понимаете? А еще, как мы отмечаем день рождения, где, что, все это. Он ничего не знает. Для него это сюрприз. Он думает, мы будем просто дома ждать гостей. К нам уже дедуля сегодня приходил. Он не любит шумные компании у нас. Поэтому сюда утречком домой спокойненько приходит. А шумные компании это точно не для него. Все, тебе надо идти. Сатин, у меня сюрприз для тебя. Сюрприз есть. Давай. Да, иди сюда. Давай. У меня за спинкой для тебя сюрприз. Садись. Иди сюда. Стой. Давай, ну не стесняйся, сынуля. Ну такой сегодня стеснительный. Ты... Опа. Стой. Смотри. Полина, сфоткай нас. Давай, со стороны. Смотри, здесь что? Аккуратненько. Свечечка. Это свечечка. Давай, ложи. Дальше, смотри. Там все. Ну, фоткай много. Подойди сюда. Павел, это шутка. Открывай. Давай. Только очень аккуратно. Раз, два, три. Тихо! Облизывай! Это можно вкусно! Вот это торт! Настоящий Бэтмен! Ты хотел большой? Хотел большой! А потому что праздник только у тебя. Смотри, ставим свечку? Ставь. А этот? Да, ставь. Оставь. Вот. Зажигаем. Это желание, да? А теперь, Максимка, давай загадывай. Желание большое, большое, большое! И задувай свечку на раз, два, три. Раз. Раз. Два. Тихо, волосы, аккуратно. Давай будем дуть. Короче, Максимка желание долгое загадывает. Наверное, желание большое, большое и длинное. И поэтому свечка скоро уже вся сгорит. Тихо. Ну что, настал этот час. Настал тот час. Короче, мы сегодня целый день. У нас сегодня целый день дети спрашивают, когда придут к нам гости. Максимка то же самое. Когда же к нам придут гости? Мы такие, вот-вот, сейчас придут. Они до этого часа не знали, что мы будем день рождения праздновать. Вот здесь, вот, Максимка, представляешь? Все приходят вот сюда. Для тебя сюрприз. Пошли посмотрим, иди сюда, снимай обувь. Сейчас обалдеешь, как там круто. Снимай. Зарядку нашел? Да. Снимай обувь. Беги. Иди сюда, давай. Все, беги с Полиной. Да. Пошли, иди сюда, мы тебе покажем. Короче, мы будем праздновать день рождения Макса и Настюшкина день рождения вот в этой детской комнате. Ну как круто. Сейчас мы включим музыку. Вот, короче, здесь такая развлекалка для детей, да. И вот здесь вот у нас вот такая вот кухня. Здесь у нас будут сидеть гости. Взрослые, да, в смысле, здесь микроволновочка, кофе, морозиловка, здесь холодильник, здесь посудомоечная машиночка, здесь можно помыть посудку, вазы, что у нас здесь, вилки, ложки, здесь разные стаканчики, глазес, здесь тоже разные кухонные принадлежности, свечки даже есть. Короче, вот так будем праздновать вот здесь.
У нас еще есть часик времени, чтобы все приготовить, накрыть стол и будем ждать уже гостей. Пойдем, пойдем с папой. Давай, давай с папой. Пойдем. Ну, пойдем с папой. Нет? Да? Супер! Обалдеть! Круто, да? Пошли. На тебе. Вот здоровье тебе. Сегодня я учу. Иди посмотри, кто там. Смотри, кто пришел. Пойдем. Церемония пришла. Давай папе подарочек. Давай мне. Вот мама, это тебе сделала. Опа, она, нифига себе. Как дела, дочка? Бери, бери. А там машина. Да машина. Покажи ему машину. Покажи ему. О, привет. Короче, ой, супер, сори. Мы потусовались. Вот столько у нас подарков. Короче, сейчас едем домой, будем раскрывать подарки. Все чуть-чуть подустали, но Максим сказал, что спать ложиться не будет, пока не раскроет и не покажет каждый подарок. Ну, ты готов ехать домой, да, Максим? Поехали. Давай, все. Давай. Угу. Так, мы сейчас дома, мы сейчас разбираем подарки. Да? И Максимка попросил, чтобы мы не снимали. Потому что он хочет Тася как спокойно, не на камеру, открыть, а я тоже буду посмотреть. Разбирать подарки, между прочим. Да, кстати, мы и Настюшу приходили и поздравляли тоже. Кстати, всем большое спасибо за поздравления, за комментарии. Кто был с нами? Да, вы у нас супер. Короче, друзья, да, Милена. Молодец. Молодец. Показала ты, да? Короче, мы посмотрели все подарки. Подарки прикольные, классные, суперские вообще. Максимка в восторге. Но сегодня он настолько получил много эмоций. Он сегодня устал реально. И мы тоже сегодня подустали. Он сказал, что он все подарки более тщательно и раскрывать уже будет завтра. А сейчас он все, по-моему, посмотрел, каждый пощупал, знаете как. И сложил все по пакетикам. Вот, так что давайте мы на сегодня будем заканчивать видосик. Еще раз говорю вам, спасибо вам большое за поздравления. Их было очень много. Сейчас я быстренько сел монтировать видосик. И с вами, друзья, увидимся уже завтра. На сегодня, да-да.